что узнали-то соперники, как вот, и как вот прошла подготовка к бою? Не, ну я готов, скажу так просто, что готов лучше, чем на последний бой. Но соперник, что, я знаю, что он очень трудолюбивый, пахарь парень. Ну ничего такого сверхъестественного, надо выходить выигрывать. Ну, думаешь, Германии нужно выиграть нокаутом? Ну, вы же знаете, что по-другому нам побед не отдадут. Вы можете стать первым россиянином, который вот может стать чемпионом мира в двух разных весовых категориях на профессиональном ринге. Да, я к этому стремлюсь. Как это как бы подстегивает немножко? Конечно, имеет самый главный стимул вот в этом бою. А как вот проходила подготовка? Я слышал, что в Казахстане тренировались, в Питере. Да, тренер ездил в Казахстан к своему старому тренеру, и потом он приехал ко мне в Питер, меня готовил. То есть, к сожалению, была дилемма, либо он будет в углу со мной, либо 10 дней из подготовки выпадали. И мы выбрали лучше, пускай он меня готовит к бою, нежели вот, ну, вот в углу его не будет, этого тренера, будет другой. Вы уже 2 боя провели в Германии, вот какие впечатления остались у вас в Германии? Ну, еще раз говорю, что у нас никто не верит в победу в Германии, если еду в Германию, значит едут проигрывать. Я приехал сюда выигрывать. Я здесь 2 раза был, и я выиграл Европу здесь с сильными соперниками, поэтому я приехал сюда выигрывать. Хорошо, спасибо. Все, счастливо.